Всем привет! В этом видео я покажу, как удалить видео ВКонтакте. Ну а перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео. Давайте же перейдем в мой профиль ВКонтакте. Далее зайдем во вкладку «Видео» в левом блоке. Перейдем в «Мои видео». Для того, чтобы удалить видео, наводим на ваше видео и нажимаем на крестик. Все видео удалено из всех альбомов. Вот, как видим, что я обновил страничку. И здесь видео больше нету. Ну а на этом все. Если информация была для вас полезна, напишите любой комментарий под этим видео.